названы лучшие сериалы 2017 года. Первое место занял «Твин Пикс. Возвращение Дэвида Линча». Обнародован рейтинг лучших сериалов года по версии издания «Валчер». Первое место в списке занял «Твин Пикс. Возвращение Дэвида Линча и Марка Фроста». Как известно, события в сериале разворачиваются спустя 25 лет после произошедшего в двух предыдущих сезонах. Следом за «Твин Пикс» в рейтинге идут оставленные «Все к лучшему», «Отжиг», «Конь Боджек» и «Двойка». Также в топ-10 фигурируют «Молодой папа», «Самурай Джек», «Чокнутая бывшая» и «The Carmichael Show». Ранее корреспондент Нет сообщал, что СМИ назвали лучшие плохие фильмы в истории. По материалам сайта Newsgra.com.